Восточный Казахстан можно назвать по праву самым золотым регионом республики. В Комитете геологии и недропользования страны составили карту месторождений драгоценного металла. В Восточно-Казахстанской области расположены самые крупные залежи золота в стране. Его запасы оцениваются более чем в 500 тонн. В денежном эквиваленте это 22 триллиона долларов. На втором месте в золотом рейтинге Акмолинская область. Там в недрах почти 260 тысяч килограммов золота. В деньгах это 11 триллионов долларов. На 5 триллионов долларов богата Карагандинская область. Сообщается о залежах 115 тонн драгоценного металла. Впрочем, согласно карте, золото есть почти во всех регионах страны, за исключением областей, где добывают нефть. Всего на сегодняшний день залежи драгоценного металла в нашей стране на 48 триллионов долларов.